И еще один важный объект открылся на днях. В микрорайоне Птицефабрика в Томилине начал работу новый участковый пункт полиции. Он позволит правоохранительным органам более тесно взаимодействовать с населением и оперативно решать вопросы жителей. Это уже третий участковый пункт полиции в Люберцах, который открыли в 2018 году. В микрорайоне Птицефабрика этому посодействовали жители. Новый объект МВД расположился в 28-м доме. Я хотел бы сказать слова благодарности нашим полицейским, потому что они реально сегодня достаточно активно работают, я хочу сказать, добросовестно работают и реагируют. Потому что полицейские, те люди, которые рядом с нами живут, они вышли от нас и рядом с нами живут. Поэтому скажем им спасибо. И мы должны думать, как их участь, их жизнь каким-то образом улучшить или их условия труда улучшить. Участковый пункт полиции в Томилине открыли в рамках губернаторской программы. Почетное право перерезать красную ленту предоставили начальнику службы участковых люберчанам и главе округа. Работа сотрудников объекта положительно скажется на профилактике правонарушений, ведь теперь и здесь соблюдается принцип шаговой доступности. Объект будет обслуживать район, где живут 25 тысяч человек. Здесь, как видите, трассы проходят. Это Егорьевское шоссе, Октябрьский проспект, ближайшее расположение логистических центров. Здесь не было раньше участкового пункта полиции. Населению не надо будет ехать в отдел полиции, то есть не тратить время. Вышли доступно и удобно. Для удобства жителей участковый пункт полиции будет работать во вторник, четверг, вечернее время и в субботу днем. Кроме того, открытие подобных объектов планируется также в Марусине и Октябрьском. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.